Здравствуйте, меня зовут Зундылама. Вы смотрите гороскоп Зурхай на ТВ. Среда, 2 декабря, 17 лунный день. Этот день благоприятен для людей, родившихся в год мыши, коровы, драконы и собаки, свиньи. Сегодня хороший день, чтобы начинать лечение, обретать новых друзей, продавать и приобретать вещи. Неблагоприятно сегодня приводить невестку, отдавать дочь в невесты, отправляться в дорогу к несчастью. Стрижка волос к ухудшению облика и самочувствия. И помните, не нужно бояться того, что с вами будет. Ваше будущее от этого не изменится, зато настоящее станет спокойным. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.